Утро начинается не с кофе. Я весь остановилась. Я буду тебя снимать крупным планом. Потом буду завтра. Опять скажут, ты шифонер. Убери руки от шифонера. Сколько? О, смотри, 153, 600. 800. 600. А ну, еще раз сниму. А ну. Да, 600. Так, ручки. Так, надо мне снять далеко. Ручки. Не, правда, 153, 600. Ну, совсем другое дело. Вот что значит без хлеба. Вот что значит без хлеба и на ночь. Хотя я вчера ночью ела. Угу. Вчера ела. Мы капусту не стали делать. А я вам сейчас покажу, что у меня есть. И что я буду делать. Мам, мы борщ не стали делать. Сегодня вообще запутались, да. Ты рада, что у тебя вес уменьшился? Отлично. Нормально. Хорошо. Да? Пойдем шалобродничать по кухне. Пошли, я покажу. Вчера борщ мы не стали варить. Утро. Еще. Глянь, а так небо как будто бы уже, ну, уже светло. Да, уже 6 часов. Да, да. 6 часов уже, видите, небо уже серое, не черное. Сама говоришь, не снимайте, я их не снимаю. Показывай. Попу свою показывай. Игруля, ты видишь, что она делает, брат, попу показывает. Так, ладно, пошли. Сыночка, что она тебе делает там, а? Лазит тебе в глазах? Пошли. Пошли, он тоже идет на кухню. Он тоже идет на кухню. Пошли, батончик, пойдем. За мной. Пойдем, сыночка. Мои крошки. Пойдем. Мои крошки. Крошка. Крошка первая. Так. Так. Пожалуйста. Аля! Ничего нет. Все съедено. Да? А я думаю, на Аля кура там. Ладно. Ну, и здесь тоже кушать. Вот. Сейчас этот салат помоем. Если он еще живой. Здесь Лариса. Смотрите, что она делала. Видите, одной баночки уже нет капусты. Потому что Лариса вчера ее потушила. Такая вкуснятина. Вкусно. Синим луком. Нормально. Еще шампанское открою. Как он надо еще допивать? Тоже. А? Нет, еще открыто чуть-чуть есть. Все пролежит. Сразу. О! Кура. Вчера ела курица ночью. Брынза оказалась козья. Не очень вкусная. И соленоватая. Ну, соленоватая еще с помидором куда ни шла. Так. О! Рыбка. Тушененькая. Ну и все. Сметанка. Ах ты моя рыбочка золотая. Моя кнопочка. Помидорчики надо сделать, салат, авокадо есть. Сметана. Ну, вот эти помидорчики. Такие. Ты еще не открывала? Нет. Надо открыть, попробовать. Эти помидорчики крупные, не очень так себе. Тыква. Вот тыкву надо будет подогреть. Остатки майонеза столетние. Его, наверное, надо выкинуть. Пусть стоит. Зачем? Я его съем с помидором. Два масла. Из этого масла делают топлёное. Да, вчера смотрела. Классно.
Юль сейчас будет пикать уже. Уже пикает. А это от креветок соус откроем. Что он острый. Я показала. Все показала вам. Вчера смотрела. Вот эта тушеная капуста такая классная, которая кисла. Обалденная. Лариса вчера сделала. Я уже сколько было часов? 10 Я съела кусочек курочки. И Лариса мне насыпала этот... Капусты немного. Капуста и сметана. Вкусненько. Вон. Так что я хотела сказать. Масло. Вчера смотрела, какие цены в Украине масло. Пакетик масла стоит 80, да, гривен. Честно говоря, не знаю. По-моему, там. И что-то там в акции можно купить. В общем, ну, 82%. Я обалдела, короче. Прикиньте, а тут в Германии может себе каждый позволить. Вот. То есть соотношение таких вот цен, когда немножко сравниваешь, то есть, ну, это считается роскошь, наверное. Вот может пенсионер себе позволить такое масло? Можешь пенсионер позволить себе масло? Нет. Он не пенсионер, он бычок. Он хоть тебе выкладил. Да, не ой, какой это мальчик замечательный. И снимай его. Не, он не хитрый, он добрый. Хороший мальчик. Он самый добрый. Да. Самый хороший. Так. Лялечку кормила. А там ромашка остался? Да. Там ромашка мясо не съест? Ну, сейчас узнаем. Так, пойдем. Сейчас руки чуть-чуть помоют холодильником. Нет, так все чисто. Ну, что-то мне показалось, как масло запахло. Оно закрытое. Холодной водой или горячей умываешь? Нет, горячей. Ой. Теперь что, краситься будешь? А? Краситься будешь? Подкрашусь, сделаю себя красивой. Мы будем с тобой чай пить? Конечно. Попьем, да? Не, ну вообще-то я буду завтракать. Не тут только чай. Я буду сейчас вам лезть. Ой, я буду. Чай, кусочек рыбы. Я буду. И, наверное, бурячок вареный. А тыкву не будем доедать? А, тыкву. Ну, тыкву уж я ее хочу сделать. Ванильный сахар пал так вкусно, как десерт. Туда ванили. Сахар туда не ложит, а вот это ванильки туда чуть-чуть. И с чаем... Мы ее с чаем и так ели. Она ж не соленая, не, ну, не подслаженная, не соленая тоже. Надо вкусно. Еще купить. Так, ладно, пойдем приготовь. Давай я тоже схожу в туалет и начнем готовить завтрак. Смотри, строительство идет вовсю. Ага. Видишь, уже выкапывают землю, ну, площадку делают и в самосвал грузят землю. Может, будет долго делать. Смотри, и Лариса, видите, у меня тоже. Сейчас, что там у тебя? Выращу траву. Так не видно. О, там чуть-чуть. Видно? Угу. Если бы ты ее не побрызгала, она бы, наверное, и не проклюнулась, да? Там написано просто замочить ее. Угу. Не написано, что надо этот. Так, ладно. Достаю яйца, буду жарить яйца. Давай. Да? Давай, я буду любоваться тобой. Сковородка уже стоит. Сколько яиц сделала? 3 И я 3 сделала. Бери 4 Да нет, 3 достаточно. Ты на каком будешь, на подсолнечном масле или на сливочном? Я не знаю. Может, сковородку отставить? Так, приступаем. Так, вот тут противень стоит. Так мы его специально не убираем, потому что мы сварим кашу, и там еще очень много вкусного противень. Так. Не попали у тебя беленькие штучки? А? Беленькие штучки не попали? Скорлупочки. Нет, я вижу. Так,
соль надо. Соль хочу. Масло надо. Я тебя лучше буду снимать в другом ракурсе. Так. И возьму. Так, сегодня заедем в магазин. Нам надо. Да я внутри. Что нам надо? Коробка конфет. А, ну да. На президент. Молочка нету. Да, и зайдем. Молочка возьмем. Что ты хочешь? Чесночком хочешь? Да, мне нравится. Открыть не может. Пожалуйста. О. У меня есть выдо вот такой. Я вчера его брала, вынимала. Где? А вон кулечки. Дай тебе. Тоже позу. Нормально, хорошо идет. Мне вчера плохо шло, я его молола, оно не мелится. Так, хватит. Вот. И все. А вилочку взяла? А, ты это, венчик. Хороший венчик, то ли 50 центов стоит, то ли евро, не помню. Да, какой-то дешевый. И тот, который у нас стоит практически 20 евро, вот там покупали. Дорогой. Так, болтаем. Кабачками бы неплохо бы сделать. А если будет, зайдем в турецкий магазин. Если будет, кабачки недорогие, можно взять, да? Ну, и там, по-моему, 3 с чем-то. Это дорого. Они, конечно, маленькие, но дорого. Ну, что можно взять? Мы когда были, тогда брали вот уличку. Да. Или 3,80, или 3,50. Ну, если сильно хочется, то можно взять. Кабачочки разложил. Ты тогда на этом омлете похудела тогда кабачки и яйца. Нам надо еще крышку сделать, да? Да. И глаза. Глаза резать. Когда вопрос? Да. Стрижка. Надо посмотреть, когда можно. По-моему, еще не скоро. Сейчас же полнолуние было, убывающая луна. Так что ходить, Юлька, тебе лохматой. А мне это чёлка, я ее сделаю. Мне не портит. На бок, да? Что за бок? Да. Красиво. А ты мы в мультиварке делали? Кашу. Она не помыта? Нет. А кто ее помыл? Да я думала, она помыла. Смотрите. Ой, блин. А скоро же блины печь будем. Какие нам блины? Если ты будешь печь блины, то ты опять потолстеешь на 10 килограмм. А тебе надо держать вес. Понимаешь, что весна. В субботу уже придет весна к нам. Ты знаешь об этом? Чумачет чай готовит. А весной что приходит? А с весной приходит красота. Не только. А что? С весной приходит мой день рождения. Твой день рождения? Ну, до твоего день рождения еще 2 месяца. Ну что? Так что еще? Ого-го! Сколько? Правильно? У меня машинка уже работает. Правильно. Уже 7 часов. Я имею в виду, что каждый день что-нибудь стираем. Тираж поменяли постель.
Это там у нас полотенечко так постелено на брылице для детей. Все это поснимали, все покидали, сейчас постираем быстро. Погода должна быть хорошая. А когда с волчонком гуляла, такое красивое небо было. Красное. Ну как морозец, да? Вот да. Такая вот не теплая погода, не теплая. И не прямо на траве. Еще вот это, что я мерила пальто, еще, наверное, его этот не. Но я его еще не одеваю. Потому что я бы такой мерзляк, мне сразу. А что ты будешь одевать? Всю ту же куртку? Не, я вот ту куртку одеваю. Теперь красную. Я думала, всю ту же куртку хочешь. С мехом чебурашки. Да не чебурашка, а каракуль. Каракуль. Практически одно и то же. Нормальный мех. Чего к нему пристали, к этому меху? Да. Ну что, плохой мех, что ли? Хороший. Не, нормально, он просто кажется на видео так. А так он как будто бы правда каракуль. Никто на него, так вот сотни тут сходят, вот, вот тут вот лично. Сотни, миллионы людей ходят в такой же одежде. И нормально все. Так, а что мне? А что ты будешь кушать, рыбу или курицу? А я не знаю, ты? Тоже не знаю. Не знаю, что ты. Сейчас я, наверное, себе промою. Я, наверное, буду... Я, наверное, все-таки буду рыбу кусать. Кусочек рыбы. Рыбы? Да, я. Кусочек рыбки. Только я себе сделала омлет с помидорами. Мне нравится помидоры. А ты не будешь помидорчик свежий? А я тебе сейчас помидоры отдохну. Нормально. Юля, эконом воду. А? Эконом воду. Так а что экономить воду? Как люди экономят воду? Что вообще не мыть ничего? Грязная жрать. Моешь. Так моешь, я же чувствую руками, когда она помыта. Как его, если она не домыта? Как можно экономить воду? Я вообще, это вообще такое безумие, такое дураки. Какие-то грязнули так вот. Не, ну надо вообще. Чего как можно помыть рыбу и экономить воду? Вот как можно? Юля, так? Смотри уже яйца. Вот придурки только могут такое вот. Знаете, оскорбляет нас, видел? Не оскорбление, а константинирование фактов. Какое оскорбление? Я даже омлет подгорела. Ну хорошо. Потому что злая. Я не знаю, я просто говорю правду. Тут когда говорят, экономим воду. Как можно вообще экономить воду? Это вообще какое-то безумие. Не домыть ложку, не домыть продукт. Юлечка, помой еще чашечки. Чашечки. Ильчика, помой, чашечки похоронить. Фу, чесноком пахнет жареным, слышишь? Да. Мне этот чеснок жареный не очень нравится. Все. Идем кушать. Покажем вам уже, что будет на тарелке. Да. Все. Себе это. Что? Цена теперь. Главное пульт. Чай? Главное пульт. Да. Ну вот. Сейчас рыбку. С мухобойкой, конечно. Вот гляньте омлет. Угу. Тыква и салат. Маслом заправила, перца чуть-чуть положила, сухого чеснока положила, ложку масла. Это ты из больших помидор, с маленьких? Да, с больших помидор сделала, потому что они... В этом году что-то невкусные большие помидоры. И люди пишут невкусно. И зеленый чай. Не, это не зеленый, это чай с лимоном. А, чай с лимоном? Да, смотри, не сядь на бедолагу. Моя ты курочка. Вот так, сейчас таблетки мои. Вот, посолила, поперчила, почесночила. Сейчас вот это вот завтрак. Вкусный очень. Интересно, мы все съедим? Сможем съесть все? Мне кажется, многовато. Я все съем. Мне кажется, тыква лишняя. Шо? Чеснок сюда не катит. Ладно. Так оно сейчас должно так заиграть красками, раствориться в масле должно. Да, что там? Нет? Не хватает. А у меня там брынза есть, я могу брынзу еще положить. Положи. Что, притащить тебе брынзу? Давай тут съедим брынзу. Не, мне брынза не нравится на вкус, потому что она козья. Один запах мне уже фу. Ты ее доедай. Сейчас ладно, я тебе ее принесу. Тащи. Вообще не буду. А? Вообще не буду. Лариса вообще не будет, а я ее тогда съем.
Без яя. Волчоночек, сыночек мой золотой. Не грусти, ты не плачь, не горюй, моя дорогая. Если в море утону, значит, судьба такая. Волчонок от тебя в шоке. Не надо. Да, волчишечка? Мой зайчик. Тебе нравится веселая песня, волчонок? Да, но эта песня не совсем веселая. Какая-то глупая. А песни веселые, все глупые, запомни. Вот. Не пропадайте добро. Меня редко что пропадает. Нормально? Да, кушай на здоровье. Что? Кушай на здоровье. Омлет. Все. Каша. Чай. И по кусочку рыбки. Здесь у нас 6 кусочков рыбки. Нам оно хватит на 3 обеда или там 3 завтрака. Будем мы кушать? В общем, нам приятного аппетита, а вам спокойного дня.